Ко мне. Хвали, хвали его. Хорошо. Вот как Толик, смотри, перевел, сразу рядом, переводи. Сидеть. Да. Ладно, сидеть, не лежать. Смотри, как только он начал подниматься, ты его сразу же поддерживаешь. Правильно, хорошо, молодец. Видишь? Возвращается все как бы на круги своя. У него же очень хороший отзыв был. Рядом бери. Рядом? Да. Сидеть. Хорошо. Сидеть. Сейчас еще один отзыв, а потом еще чуть рядом походим. Вместе только. Аза, сидеть! Аза, что такое? Ох ты ж обезьяна малая. Хорошо. Сидеть. Хорошо. Аза, сидеть. Смотри, если ты его не корректируешь, а поощряешь, вот это твоя ошибка была, что ты подал лишнюю команду. Она не нужна. Чуть подождите. Нет. Вот сейчас корректируешь, сейчас да, говори сидеть, да. А вот лакомство не обязательно сейчас было. У тебя есть еще, кстати? Сразу не подзываем. Ближе стань к Толику. К Толику подойди ближе, да. Ко мне! Да, хорошо. Молодец. Молодец. Рядом. Молодец. Рядом. Сидеть. Рядом. Сидеть. Угу. Повернешься, похвалишь. Молодец. Хорошо, брат. Хорошо. Хорошо. Молодец. Еще раз подойдите, покормите их. Хорошо. Молодец. Сидят такие собаки, думают, ля как синхронно кормят, хорошо. Нам, они думают вообще, нам просто здесь рай. Мы как-то в собачий рай, они думают, попали. Подзываем. Нет. Нет. Усаживаем, корректируем. Хорошо, девочка моя, сидеть. Ко мне! Ко мне! Хвалим, 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 Сайран. Быстрее, хвали его. Хорошо. Хорошо. Теперь рядом. 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 Сидеть? Нет, не сидеть, хватит.